Последний бастион отживших срок земной. Такой печальный факт, и с этим не смириться. Мы все когда-нибудь там обретем покой. Нам станет хорошо, как в августовской люльке, качаться и кричать в осиновую дрожь, глядеть куда-то вдаль и, прыгая по стульям, пересекать легко опасности и ложь. Так будет не всегда. Однажды летним утром сквозь запахи дождя и скошенной травы проникнет Ганимед в серебряные кудри похитить все, что есть из бренной головы. Поэтому давай подумаем о главном. Замедлим шаг, вдохнем, осмотримся вокруг. Дорога через лес, за кладбищем, да ладно. Оставим все как есть и улыбнемся вдруг. Спасибо.